Хоу, товарищи мои дорогие, с вами снова я, Дми, и канал Дми One Games, да, соответственно. И у нас последняя тачка, о которой стоит поговорить, потому что добавили еще некоторые модификации старых машин, несколько, но, ребята, там особо смотреть нечего. Давайте смотреть только новое. И на этой тачке, в принципе, список мой заканчивается. Мы много чего посмотрели, и у нас последняя машина, которая называется Гелион. Ох, это такой грубый квадратный внедорожник. Да, вездеход. Внедорожник-вездеход. У него всего две двери и большой багажник, который, по идее, не нужен, потому что нам лучше бы еще двух человек посадить. Но сделано как сделано, и говорить об этом совершенно не стоит. Что сказать? Очень простая вещь. Очень простая. То есть, вообще, как 3 копейки. Салончик тоже стандартный. Ну что ж, давайте посмотрим, а то я подустал уже тут снимать все это пачкой. Так, давайте-ка, наверное, заедем. Вот на нем точно по горам надо погонять. Так, да, вездеход. Посмотрим, что из него можно сделать. Есть ли какой-то тюнинг, который поменяет ее, эту тачку. Так, тут все по максимуму делаем. Так. О, можно вообще убрать бампер. Можно сделать такую. Вот тачка для Тревора, да? О, нифига себе, кенгурятничек. Класс, мне нравится. Мне очень нравится. Можно очень мощную тачку замутить. Прям вообще мощную. Так, доп. Цвет основной цвет. Я думаю, надо сделать просто черный, да? Пускай будет просто кенгурятник 3. Так, сзади. Опять же куча тюнинга разного. Смотрите, защита разная, всевозможная. Так, основной цвет. Для ралли. Я не знаю, какой цвет лучше взять. Давайте вот так. Ну, мы ее покрасим сейчас во что-нибудь. Так, двиган. Ну, двиган, как всегда. Мне кажется, вот это все гореть не будет почему-то. Не знаю почему. Ни хрена. Офигеть. Смотрите, можно что сделать. Можно вообще полную жопу сделать. Полную задницу можно из этой машины сотворить. Ну, я не буду, ребята. Ну, как-то это... Как-то хреновенько выглядит. Крылья. Понятно, накладочки. Маленькие, большие накладочки. Так, основного широкие крылья. Давайте. Решетка радиатора. Да ее тут особо и не видно будет, конечно, за всем этим дерьмом, который я навешал. Пускай будет хоть вот такая вот. Фары, фары мы. Давайте сделаем хорошие фары. Смотрите, тут даже некоторые фары закрылись из-за этой херни. Раскраска, вот. Есть что-нибудь такое прям внедорожное? Полоски. Ну, полосками нас не удивишь, как бы. О, патриот. Ой, блин, бессильная злоба. Вот, я хочу вот такую вот. Прикольная, прикольная раскрасочка такая. С черепами, смотрите, классно. Так, номера, это понятно. Окраска, доп. Цвет, хромированный. Давайте хромированный доп. Цвет сделаем. Почему нет? Там, по сути, только какие-то маленькие детали у нас есть. И все, пускай будет так. Почему нет? Хотя нет, давайте матовый и черный все-таки сделаем. Чтоб не было этого дерьма. Каркас безопасности. Опа, 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 опа. Вот так давай. Помощник. Короче, эта тачка тупо для гор. Тупо для городской местности. Вот. Вообще просто топчик. Просто топовый. Топовый этот. Набор для выживания. Для выживания Беара Гриллса. Так. Подвеска. Тут не надо делать подвеску. Не для того эта машина. Так. Супер трансмиссия. Турбонаддув, супер. Все, на этой машине выживать можно. Еще бронированные стекла и все. Так, давай сделаем колеса вездеходные какие-нибудь.
Я даже не знаю, что лучше сделать. Давайте таким. Так, цвет колес, шины. Ну, тут надо прям это пулестойкие сделать, чтоб прям уж вообще. Так, накладка на... О, нифига. Слушайте, ребята, можно закрыть все наглухо. Как много тюнинга у этой машины. Это вообще... Так, основного цвета. Давайте основного цвета сделаем. И стекла затемним. Все, писец, короче. Я выживать, ребята. Я просто выживать. Вы посмотрите, сколько на нее можно налепить всего. Это же трындец просто. Тун. Тун. Ну, не знаю, может, они ночью будут гореть. Охренительно просто. Ребята, я прям поверил в эту машину. Я реально поверил в эту машину. Вы посмотрите, сколько на нее можно всего сделать. Это же охренеть и не встать. Ребята, это просто жопа. Это просто кайф. Это просто сбитый байкер. Да чё вы орёте, ёпт? Офигеть, ребята. Просто охренеть. Смотрите, какой он классный стал. Не то, что это корыто, которое в начале было. Он просто охренительный стал. Блин, вот правильно, на такой тачке надо завершать обзор этих транспортных средств. Да. Ну, что вы делаете, ребята, ёпт. Смотрите как. У меня защита сработала. Ни хрена он мне не сделал. Так что все супер. Все так, как должно быть, да? Так. Опа. Опа. Смотрите, как топово. Просто, блин. Просто охренительно. Просто лучше не придумать. Так, на такой машине не надо ехать по дорогам. Надо ехать там, где тебе хочется. Там, где тебе просто будет насрать на то, что о тебе скажут, ребятки. Смотрите. Это просто трешак. Офигеть. Охренительно просто. Вы просто посмотрите на это дерьмо. О. Охренеть. Просто, блин. Слушайте, это лучшая машина, которую я тут видел, блин, из подобных. Только гляньте, блин, что она творит. Только гляньте, а выглядит как. Я думаю, каждый бы ее себе купил, ребят. Я обязательно ее себе куплю, и она будет мне служить верой и правдой. Так, отлично. Слушайте, она еще с помощью этой защиты себя вообще обезопасила полностью. Давай прыгнем. У-ху. I believe I can fly, ёпт. Офигеть. Офигеть, ребята. Просто класс. Просто высший пилотаж. Мне очень нравится. Как вам? Мне эта тачка определенно заходит по всем фронтам. Я даже хочу не где-то на дороге остановиться, а вот прям вот. Прям вот здесь вот где-то. Ну что ж, дорогие мои друзья. Я думаю, это достойная тачка, достойное завершение наших обзоров закрытого транспорта. Мне очень нравится вообще вот с этой раскраской, с этой защитой всей. Я думаю, просто, просто супер. А вы пишите свое мнение в комментариях, оно мне очень важно. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. У нас есть Дискорд и прочее. Все ссылки в описании. Ребята, я думаю, мы с вами скоро обязательно увидимся. Надеюсь, вам все понравилось. И вы будете меня поддерживать. До новых встреч, ребята. Пока.